Нормально. Работаем. И сегодня у меня в гостях человек, имя которого мне в 44 года мало о чем говорит, но, как мне объяснили, он для молодежи то же самое, что Игорь Николаев для меня в свое время. Встречайте, Оксимирон! Какой вид секса ты практикуешь? Подъездно-пацанский. О, помню свой второй секс. А первый? Выпьем за любовь. Нет. А сейчас он стал более разнообразным. Уверен? Да. Ладно, телефон оставлю. Мне говорили, ты любишь наезжать. Оскорблять, да. Оскорблять? Интеллигент, ёпт. Ну и на кого ты наехал из последних? Ну вот Константин Энц сегодня подошел до программы. И что ты ему сказал? Иван Ургант, мне так дурно. Ты выглядишь так, будто спал в урнах. Ваньку не трой. Почему? По кочану. Выпьем за любовь, родная. Выпьем за любовь.